Телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 19 июля. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Самданох умдетен ухат. По республике неустойчивая погода, местами небольшие умеренные дожди, грозы с порывистым ветром. По центральным районам преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В течение прошедших суток на отдельных реках юго-западных районов отмечался подъем уровня воды интенсивностью до 31 см в сутки. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 7, днем 23 тепла. По центральным районам ночью плюс 9-14, днем 28 тепла. По южным районам ночью 12 тепла, местами по юго-западу до плюс 9, днем 24 тепла. Столица Бурятии без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура ночью 12 тепла, днем максимальная температура плюс 30. Атмосферное давление существенно не изменится. Оказывается, употребление матерных слов способствует выработке в организме гормонов счастья, эндорфинов, которые действуют на организм как болеутоляющие. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Недавно Госдума запретила употребление нецензурных слов вплоть до штрафов. Это значит, что прощай счастье.